Всем привет, друзья, с вами Неломоб, сегодня я вас приветствую на шоу под названием Баумастер. Мне понравилось то, что вам понравился ролик предыдущий про эту игру, и сегодня мы продолжим. Значит, мы играли прошлый раз за вот это красненького человечка, да? Сейчас мы забираем монетки какие-то, подарочек нам дали, замечательно. Но сегодня мы должны играть за другого персонажа. Вы мне писали, больше всего голосов было за человечка с тыквенной головой. Сейчас будем его искать. Тыквенная голова, где же ты запропастилась? Тыквенная голова, а что, почему я не наблюдаю? Чец, нет тыквенной головы, запропастилась куда-то тыквенная голова. Вот она, нашлась тыквенная голова. Вот, мы сегодня будем играть ею, она будет бросать лопатой. Ну что ж, посмотрим, что себе представляет этот персонаж. Поехали. Запаситесь чаем. Кстати, пишите комментарии, кто хочет попасть в следующий видеоролик. И пишите, кем бы хотели, чтобы я поиграл в этой следующей части, в следующем видеоролике. Так, запускаем по традиции на 17, да? На 100% натягиваем и на 17. Оп. Вот так, вперед. Фу. Недолет. Она девочка. Девочка скинхед кидает гранатой. Тоже не попала. Ого, но ударной волной. Так хорошенько меня встряхнуло, да? На 100% наматываем. И стреляем теперь на 20. Угол 20. Тоже недолет. Да что же это такое? На 22 нужно получается. Но она снова в меня гранатой запустила. В этот раз прямое попадание. И меня немножко назад оттянуло. На 22 не подойдет, на 23, потому что меня немножко назад отбросило. На 23, пытаемся. Ну-ка, пожалуйста, попади в нее. Ну, хотя бы в ноги. Ее отнесло хорошо назад. То есть теперь было 22. Хедшот. Уничтожает меня девочка. Печалька. Добивает меня или не добивает? Походу добивает своей музыкой. Ну, я плохо рассчитал траектории. Мне почему-то, когда я только-только начинаю первый раз играть, мне почему-то не везет. Меня убивают. И что, я потеряю деньги? А, как радуется. Ну, я тебе еще отомщу, девочка плохая. Нет. Запускаем еще раз. Мне дали какой-то сундук, но я его открывать не буду. Не хочу ничего. Не хочу. Я хочу... Хочу играть своим... Где мой этот самый? Вот мы этот вот. Этим будем играть. Сегодня серия посвящена именно вот этому тыквенной голове. Так, какая-то медуза против меня. Я сверху. Ну, на 17 будем стрелять. По традиции нашей. Чуть-чуть недолет. Чуть-чуть. Буквально мне надо 17, 18, 19. Я буду хедшот, по идее. Ну ничего себе, как она мне дала. 17, 18, 19, хедшот должен быть. 19, вот так. Ну ничего себе, как она мне... Даже хедшота не сделали, попали в грудь. Обидно. А немножко назад 19 несли, значит на 21, чтобы был хедшот, надо сделать. Нет, медуза! Что мне так не везет? На 21. На 21, я запомнил. 21, стреляем. Жух! Опять нету хедшота. И опять отнесли назад, на 22, на 23 примерно надо. Если я выживу, конечно. Нет. Маленький меня добил этот вот жук. Мне не везет. Yes, pay, платим. На 23 я хотел, да? На 23, вот так. Запускаем. Вжух! Попал. И чуть-чуть. Я почему-то вечно в этой серии попадаю в грудь. Я хочу попасть в голову. Так, опять медуза маленькая. А нет, уже большая медуза. На 23 немножко... На 25, скорее всего, надо. На 25 метров. Чуйка такая. Запускаем лопату нашу горящую. Давай. О, а теперь попал в голову. Наконец-то хедшот и добили. Чуть-чуть отнесли назад его. Поэтому нам надо на 26 сейчас натягивать. На 26. Чуть-чуть. Вот так. Вперед. Вжух. Да, прям в башку. Хедшот. Отлично, победили этого. Медузу победили. Фаталити удался. Дали мне всякие прикольчики. Сундук предлагают, не хочу никаких сундуков. Хочу играть. Итак, нам нужно победить еще раз компьютера. И нас откроются какие-то новые соревновательные уровни. Берем, конечно же, нашу тыковку любимую. И сейчас будем против Джима Задрота биться. А нет, это Джим Скаут. Видите, у него красный такой. Или пионер.
Так, на 17 натягиваем, пробуем, вот так. Что у нас получится с этого? О, сразу в грудь попали, с первого раза. Отлично, я считаю, хороший был выстрел. Отнесло его назад, 17, на 19 нужно. Стреляем на 19. Он своей палочкой, пускай куда-нибудь в другое место потыкает. 17, 18, на 19. На 19 и стреляем, вот так. В голову, нет, о, не долетело. На 19, на 20, на 21 тогда получается нужно. О, хедшот. На 21, но меня отнесло немножко назад, значит на 22. Вот так. Вжух. На 22. О, хотя бы в грудь. И в воду его скинул. А нет, не в воду. Его хорошенько отнесло назад. 22, на 24 нужно теперь стрелять. На 24, если я сейчас не погибну, конечно. На 24, вот, натягиваем. 24, вот так. Должно быть хорошее попадание. Пошли. Жух. Попали. Отлично, в ногу, ну попали. Хорошо, он стреляет меня каким-то палочкой, а на ней зефирка. Отнесло мне назад его, на 24, значит на 25 натягиваем. Даже на 26 может? Давайте так. How to use special. Давай. Что я сделал? Зачем я выровнял? Там прямо попадание было в голову, на 26. На 26. Вот так. Ну! Попу, ну хотя бы в ногу, мы его добили этого скаута, получается, или пионера. Ага, отнесло назад, на 26 в ногу, на 28 надо, наверное. Ну я так прикидываю, на 28. Вот так, вперед. Вжух. Попали ему, по-моему, в живот или в пах, сами уже определите, ну добили все-таки его. Фаталити у нас прошло, замечательно, в принципе хороший был. Интересный такой, да, бой. Вин, победили. Сундучок не будем смотреть. И получается у нас открылись новые бои с друзьями какими-то. Так, что надо выбрать? Player one, choose. Подождите, это что получается? Мне надо с другом играть? А, да, с другом. Но этот уровень меня не интересует с другом. Мне нужно, чтобы участвовать в чемпионате, иметь 20 выигрышей. Это coming soon онлайн PvP. А чтобы чемпионат участвовать, надо 20 выигрышей. Ну, пока что деремся тогда с компьютером дальше. Но я хочу брать свою тыковку. У нас сегодня уровень посвящен тыковке. Но если что, вы напишите в комментариях, кем мне играть, кем играть. И я тем поиграю. Постараюсь. Если у меня получится его купить, то я буду играть тем, кем вы пожелаете. Ну вот у меня такое есть тыковка. У меня есть, значит, сейчас пока что. Есть, значит, такой какой-то дядечка в шапке непонятный, с бородой зеленой. Есть такой Рэмбо. Есть скелетик, космонавт. Есть такой, этот самый, Робин Гуд. Вот, вот с этих, которые у меня есть, можете пока выбирать. А в принципе могу еще вот этого приобрести за монетки. Или эту девочку с наушниками музыкальную. Вот этих пока что у меня нету денег на этих. На Дед Мороза я пока не могу выиграть. Вот, этого тоже не могу покупить. Вот этого могу. Кстати, ну, сейчас мы играем, короче, тыковкой. Мы решили. Видели, которые у меня есть персонажи, пишите их, кем бы вы хотели, чтобы я поиграл. Вот, сейчас какой-то непонятный анонимус, что ли. Мы по традиции на 100%, ну, сейчас давайте 19, он так высоко стоит, я на 19 стрельну. И я не ошибся, я хорошо попал ему в грудь сразу с первого выстрела на 19, но сейчас он спустился чуть-чуть ниже. То есть следующий мой бросок должен быть, если так прикинуть, наверное, на 23. На 23, скорее всего. На 23. Вперед! Запустили лопату и попали прямо в голову! Хедшот! У него столько жизней забрало, почти все. Его отнесло хорошо назад. Это было 23. Ого! На 23 меня назад отнесло. На 26, значит, надо примерно. Сейчас нужно 26 брать поправочку. Вот так. Попробуем. Или ошибся я, или нет. Не ошибся! Я его с легкостью добиваю. Мы выигрываем еще один бой. Круто! Отнесло немножко его назад на 26. То есть мы берем сейчас 27 пускай. Наверное, будет хорошо. Ну, не в голову, но тоже неплохо. 27, 28 может было бы в голову. Ладно, да. Фаталити прошло, дали плюс 50 монеточек. Потанцевали мы и все, победили. Сундук пропускаем. Что у нас тут? Предлагают нам купить.
что-то там, но мы это пока делать не будем. Мы быстренько пытаемся еще как можно больше в этой серии надраться. Против девочки деремся. Девочка в розовом с телефоном. Наверное, будет нас бросать своим телефоном. И как ей не жалко ее телефон, не знаю. Запускаем. 17, как всегда. Угол 17. И сразу же в голову. Смотрите, она ручкой машет. Она собачкой будет запускать в нас. Ну, собачка пернула. Так, 17 меня отнесло, ее тоже отнесло, значит, надо на 19. Нас обоих отнесло на 19. Пробуем. А ну-ка. О, ну, живот неплохо. Отнесло ее на 19. Меня, наверное, сейчас тоже отнесет. А нет, она промазала. Ее отнесло, значит, надо на 22. Я так уже сразу прикидываю. На максимум 22. Вот так. Запускаем, смотрим, куда мы попадем. В голову. Отлично. Один скелет остался. Ее чуть-чуть назад отнесло на 22. 23 берем. Берем 23 и максимум натягиваем. 23. Вот так. А ну-ка, попадем или нет? Интересно. Попали! Голову вообще оторвало. Смотрите, остался кусочек головы. Ее там где-то крутится, котится. Замечательно. Мне очень понравилось. Очень понравилось. Мы выиграли, получили денежат еще. Что ж, давайте еще, я хочу еще. Только где же, почему постоянно мне сбрасывают? Я хочу тыковкой играть. Где моя тыковка? А предлагают мне купить. Я пока что не могу покупить, пока мои зрители не попросят. Берем тыковку. Сегодня тыковка всех наказывает. Против Деда Мороза. О, кстати, интересно посмотреть на него, как он дерется. Интересно. Лопату натягиваем на 17, он не сильно вроде далеко. Вот так. Прямо в живот ему Дед Морозу. У него там что, подарки в животе? Не знаю. Отнесло. Он снежками бросается. Ого, тоже мне в живот попал. Нас обоих отнесло на 17. Значит, 18, нас 19. Это я на 20 должна. Должен быть хедшот на 20, по идее. По моим расчетам таким. Нет, надо было еще выше. Его чуть-чуть назад отнесло на 20. Берем на 22, если меня отнесет назад. Меня назад не отнесло, значит, берем 21. 21, 100%. Вперед. А ну-ка. Да, хедшот. Чуть-чуть его назад отнесло на 21. И говорят мне, финиш хим, берем 22. Сейчас, по идее, попаду в голову на 22. Я так... Ну, пожалуйста, в голову. Промазал, чуть-чуть ниже надо было. 21 все-таки. Я думал, что его отнесло назад и попаду в голову. К сожалению, не попал. Ну что ж, бывает. Пропуск рекламки этой всей. И что же у нас, смотрим у нас тут на этом. У нас еще нужно выиграть 5 боев, и у нас откроются чемпионаты. Ладненько. Против Марио. Мне много писало в комментариях народа, чтобы я играл Марио. Ну, честно говоря, не знаю. Можно будет его купить. Я не попал на 15, но на максимум открутил. Он кидает меня черепашками. 15 нужно, наверное, на 13. Черепашка, что произойдет? Оттолкнула меня назад. 15 я хотел, да? 14, давайте на 13, что ли, вот так попробуем. А ну-ка. Недолет, ой-ой-ой-ой-ой. Я сколько, я 13 выбрал? Опять меня черепашками своими бьет, да и бьет. Меня опять назад отнесло. Давайте на сколько, на 16? Попробуем, может так долетит. О, наконец-то! Но я ему хорошо так по ноге попал. Он теперь вообще почти без ноги получается. На 16. Но теперь надо уже брать, наверное, 18. У меня такое есть чувство, что надо 18 брать. Чуйка у меня, чуйка. 18. Вперед. А ну-ка, куда мы попадем в него? Недолет. 18, то есть надо 23 аж надо, короче. На 23 пробовать надо наматывать. На 23 тогда может будет хедшот. На 23. А ну-ка, пробуем. Вперед. Чуть-чуть. 23, значит, на 23, 22, правильно, 22. Должен быть хедшот. А ну-ка, проверим. 22, натягиваем, стреляем. Вжух. Попу! Прям в бошку. Жестко так, жестко. На 22. Но теперь его отодвинуло немного назад. Меня не двигает назад. Теперь можно на 23, наверное, тянуть. На 23. Пробуем. Вперед. А ну, лопата, давай, выручай. Как ему бошку раскромсал. Финиш хим. На 23. Снова на 23 натягиваем. На 23 должны попасть. Пробуем. Фух. Пожалуйста, в башку, башку. Да, я ему вообще ее оторвал. Смотрите.
Фаталити мне засчитали. Победил, ура, 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 ура. Так, пропускаем это дело все. Запускаем. Теперь опять мне предлагают девочка играть. Даже мне предлагают ее купить, потому что у меня уже денег накопилось только, чтобы ее приобрести. Что тут, видео надо посмотреть, и у меня откроется какой-то дядька такой злой. Нет, мы играем сегодня тыковкой. Тыковка рулит. Тыковка очень же... О, Reddish, мой двой... Вот это жесткий дядька, я уже им играл раньше. Опасность, я чувствую опасность большую. Но ничего. 17, вперед! А ну-ка, промазал. Но если сейчас Reddish меня кинжалом попадает, меня относит назад. 17, прямо в голову. Ну хотя бы не острием, и то хорошо. Так, меня отнесло назад на 17. Получается, мне нужно как минимум 15, наверное. 15. И то не попал. На 15 не попал. Что же получается? Если сейчас кинжал у меня попадает, не попадает. Нужно 14 выходит. Перелет у меня постоянный. Даже 13 возможно. Давайте тогда возьмем 13. Вперед. Запускаем. О, yes! Попали отлично на 13. Чуть-чуть назад отнесло его, но сейчас мы можем, в принципе, на 14 брать. Но меня назад отнесло. Но, наверное, 14 все равно хватит. Меня не сильно отнесло. Пробуем. Вперед! Лопатой в бошку. Па-бау! Я его убил. Я его добил. Чуть-чуть меня его отнесло назад. То есть я могу не 14, а использовать 15. Оп. Вперед. Ты-дыщ! Как красиво. Как красиво. Фаталити. Тун-тун-тун. Радуюсь. Победили, ребята, победили. Отлично. Что же, давайте двигаться дальше. Что у нас? Еще нужно сделать 3 победы, и у нас откроются чемпионаты. Ну, не знаю, в этом ролике, наверное, в чемпионате мы участвовать пока что еще не будем. Но если вы поддержите меня лайками, то я совсем скоро запишу продолжение этого видеоролика, и уже будем в чемпионате участвовать. Запускаем лопатку. Вжух. Перелет, явный перелет и очень сильный. Арбузами в меня. Это продавщица арбузов. Ай! Арбузиком меня ударило. Значит, 17 это чересчур. Надо 13, наверное, запускать. 13. Вот так. Пш. Вжух! Па-бау! Снесли ей голову! На 13 это отлично было. Но она арбузиками кидает. 14 мне надо, как минимум. Даже уже 15. Мы уже на расстоянии на таком большом. Берем 15. Вперед! Ты-дыщ! Попали! Классно! Мы ее уничтожили. И теперь, в принципе, наверное, опять надо на 15. Потому что она не так далеко отодвинулась. Ну, может быть, на 16. А, ладно. В 15 мы точно попадем в ее. 15. О, вот так. Пускаем. А ну-ка. Да. Голову оторвало. Ее даже не видно. За экран вылетело. Ха-ха. Здорово. Фаталити. Уху, победили, здорово, здорово, мне нравится. Пока что все идет хорошо. И мы снова выбираем нашу любимую, нашего героя, тыковку этой серии. И вперед. Против кого? Какой-то у нас чародей против нас какой-то. Мы внизу находимся, довольно у нас таки удобная позиция, я вам скажу, ребята. 100% и берем, наверное, ну, пускай 20-ку, да? Вот так запустим, попробуем, посмотрим, что это выйдет. 20-очка, недолет, радуется. 20, 21, 22, 23, 24 минимум надо. О, прям в меня, теперь 25 даже. Назад меня отнесло, берем 25. Вот так, пускаем. А ну-ка. О, его отнесло немножко назад, хорошо. Но это было 26 в голову, а сейчас 27 получается. 27. 27, вот так примерно. Пускаем, вжух. А, нет, я думал, в голову будет. Его отнесло теперь, если бы это было 27, 28 в живот, в шею, 29, 29 получается, надо натягивать пример. Даже 30-ка, возможно. Давайте 30-ку. Вжух! Пу! Прям в бошку, я как будто знал, чувствовал. Отнесло его назад, поэтому теперь 31 используем и должны попасть снова в голову. 31, ну-ка, 31, пожалуйста, вперед. А ну-ка. Пу! Голову просто снесло. Как ничто. Вжух! Срезало. Хо-хо, фаталити произошло. Победили! Ура! Ура! Еще один сундучок пропускаем. Сколько мне нужно еще побед? Еще одну победу, и у меня будут доступные уже чемпионаты.
Так, Кейси, какая-то Рич. Девочка, музыкальная девочка. 43 метра до нее. Хорошо, натягиваем по нашей старинке на 17 и запускаем, сразу же смотрим. Чуть-чуть ниже, и мы попали бы в голову. 17... Это геймерша! Она стреляет нас пультами. 17 не прошло, наверное, 15 пойдет в самый раз. 15, давайте, вот так. Вжух! А ну-ка. Пу-пум! Ну ничего себе, как ей снесло! Порядочно, порядочно. Немножко ее отнесло назад, значит, мне нужно теперь использовать 15, 16 берем. Даже 17, возможно, чтобы попасть в голову. 17, а ну-ка, пожалуйста, пожалуйста. Чуть-чуть ниже все-таки надо, если бы она меня ударила. Значит, не 17, а 15. О! Ого, как только у меня шарахнуло. Ничего себе, я не ожидал такого подвоха. 16 натягиваем, 16. Сейчас не поздоровится, я так надеюсь, правда. О, так, смотри, как красиво. 16. Теперь надо на 17 тянуть. Ее немножко назад оттянуло, и мы на 17 должны сейчас ее ушатать. А ну-ка. Пу-пу! Ей снова голову разнесло. Вот так просто. И раздавило. Воу, мы, короче, что, like your game, follow on Twitter, мне предлагают, ну, у меня в Твиттере не будем ничего follow, не follow. Смотрите, ребята, у меня открылись чемпионаты, я надеюсь, что вы поддержите меня лайком за то, что я старался, записывал для вас, за то, что ваши комментарии высветил ролики. Если вы хотите, чтобы я участвовал в чемпионате, попробовал, ни разу еще не играл, честно говоря, чемпионат, и каким героем, напишите, чтобы я начал чемпионат. Но лучше, конечно же, выбрать либо красного, либо этого, вот этого вот, катана, либо этого реддиша, дедпула, получается, либо лучше выбрать того, кем я уже играл, допустим, тыковку. Но если кто-то вам нравится еще, то выбирайте, я посмотрю по комментариям и уже там прикину, за кого больше всего было голосов. Скелетик прикольный, и Робин Гуд классный, и этот Рэмбо прикольный. Все классные, если так разобраться. Ну а пока что я буду с вами прощаться. Увидимся в следующей серии этой игры или какой-то другой игры. До скорой встречи. Ваш Неломоб. Пока-пока.